Доброго времени суток, уважаемые подписчики и дорогие гости канала. Снова я, мистер Саныч, снова реплей, снова мир кораблей, и снова я буду вам что-то тут рассказывать. Так, у нас Нахимов Макс, Спрут К1, легендарный кошмар на 4501. Идут в бой. Конечно же, я не смотрел. Так, а где они идут? Крушение эльфа, превосходство. Да, все отлично. Так, идет засвет от авианосца. Штурмовики у нас и делают по традиции первый вылет. По крайней мере, я тоже так на Нахимове иду со штурмами. Точка поставлена. Ну, все по фуншую. Агая засветилась. Подводники уверенно пытаются взять точку. Скорее всего, возьмут. К1 прям идет шикарно. Прям 30-40 узлов надводная скорость. Хочу такую лодку. Срочно, срочно дайте такую лодку. 40 узлов надводная скорость. Блять, надо эту ветку советскую прокачать, да и попробовать погонять на этой подлодке. Так, точка берется, никто не хочет как бы себя противопоставлять такой мощи, как две подводные лодки. А нет, кто-то захотел прекрасный подводник противника. Все, точка взята. Будем смотреть, что сейчас будет с подводником. Хотя, может быть, подводником займется одна лодка. А вот Агаю или Охио. Занимается Спрут. Идет в упор. Честно говоря, не понимаю и даже не знаю, как играть на этой подводной лодке. Идет Охио в отворот. Тут у нас Жанбарчик, красавчик. Ё-моё, ведь уйдет, зараза. Уйдет. Ой-ой-ой. Какие пейзажи, обратите внимание. Юянг это реальная опасность. Даже не знаю, как назвать. Это вот... Блять. Вот был бы я на Советском Союзе, я бы вот сейчас не просто матерился, блядь, а на заднице волосы рвал, блядь. Вылезло такое чудо. В упор тебя прям вот трахает противоестественным образом. А ты ничего сделать не можешь. Одна только зайдет или две. Сколько сейчас эмоций выплеснулось из этой лодки, которая только что ушла в порт. Ну это и
игра, игра мира, мира кораблей. Как бы знали, куда идете, знаете, на чем играете. Упс, а где? Где? Вот он, красавчик. Ну, красавчик, реальный красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты делаешь, дружище, блин? Зачем тебе это надо, блин? Командир, нас обнаружили! Выглядело же как страшно, да? Ну что значит сила воли, железный характер, крепкие нервы еще тоже важны, конечно. Как красиво трудится с министром, разломился напополам. Все как в реале. Такая, в принципе, любая игра на подводных лодках нравится, но вот такая, что-то сродни поединку или дуэли, прям, ну, красиво, что говорить. Жанбару ничего не остается, как сваливать. Ну, а вот эти прекрасные люди на Кремле, на Дергроссе и на Девайстейшене, наверное, сейчас не оставят им никаких шансов. Кстати, обратите внимание на сборку. Обратите внимание на сборку. Это у него стоит повышенная производительность батарей и усиленное крепление валов. А то есть, что оно дает-то? Я что-то не в теме, ребята. А, ну вот поэтому у него такая скорость. Ну да. Да. Надо обратить внимание на эту вещь. Ну вот, благодаря усилиям подводников клана Квант, фланг продавлен. И все идет к тому, что это будет красивая победа. Так, что тут у нас уже сокрушительные удары, общее наступление. Жанбару некуда деваться. Все-таки я думаю, что его разберут до того, как в него попадут торпеды. Ё, какие там мазилы-то, оказывается, есть. Отлично, торпеды прям заходят в него хорошо, невзирая на сброс импульса. Ничего, как синхронно получилось. Каждый взял по лодочке, один харю утопил, второй жанбара. Отлично. Точно так же сказал. А на чем играет товарищ? На харе. Да. Неожиданно было, да, наверное, для него.
просматриваем чат, ну, как бы достаточно корректно. Интересно, я что-то могу написать или нет. Могу. А, нет. Могу, но нет. Чат не берет. Вот он. Вот он, какой хорошенький-то. Вон, Охио как идет, или Агаю. Кто-то прячется в дымах. Ну блин, ну ты же не заберешь его на 60 тысяч. Это да. Или заберет на 70 уже тысяч. Ну-ка. Ух, как идут. Нет, говоришь, не забрал. Давай, всплывай еще раз. Заберет или не заберет? Заберет или не заберет? Забрали. Да, интересный был, что говорить. Очень интересный. 144 тысячи урона. Чуть-чуть не получился Кракен. А, нет, не получился, да. Ну, вот, ребята на первом месте. Чуть выше Спрут, чуть ниже Легендарный Кошмар. Ну, а так прям нормально. 6 лодок, половина команды в актив подводников. Ну, что я могу сказать? Хорошая игра, красивый бой. Всем спасибо, до новых встреч. Удачи, друзья, до свидания.